Мастер-класс наш не может все до конца показать. Давай успокаиваемся. Выходим в норму. Дышим свободнее. Немножко встряхнуть руками. Всякое бывает, да, и в обморок падают, и ничего, что ты стоишь на цепочке? Не, нормально. Да, некоторые бывают прямо этот, реально испытывают оргазм. Причем это не тот оргазм, который ну, все представляют во время соития, там, секса, да, а это вот так называемый энергетический, да, оргазм. Да, когда... Почти дошли, да? Да, мурашки пошли. Да, да, вот. Вот я начала отключаться просто. Немножко не дошли до кондиции. А на самом деле бывает так, что ну вот это все, особенно что касается женщин, у нас сегодня женская группа, разговоры по поводу фригидности, это все чушь на самом деле. Даже институты открывают только ради того, чтобы, ну, надо понимать, это такая мафия, которая пытается что-то вот классическими методами нашей медицины, которые на самом деле не есть первоисточник знаний, они все такое вот наносное, какое-то там искусственное, они пытаются эти проблемы лечить. А по факту все, весь оргазм у нас состоит в голове. И из-за того, что не пробивается энергетика, мы его не чувствуем. Ну, в смысле, женщины не чувствуют. И энергетический оргазм, когда испытывается, вот, например, таким способом, с помощью там, чакр, например, он гораздо ярче, он гораздо сильнее, он настолько мощный, он настолько фонтанирует, что это описать абсолютно нельзя. Кто-то это не испытывал, он просто не поймет. Нельзя объяснить то, что человек, если фрукт какой-то не пробовал, нельзя ему объяснить, что там, вот, например, в Таиланде за фрукт ты ел. Он всегда будет его олицетворять, типа там, а, на клубнику похож, а, типа клубника с киви, да, вот такой смесь. Нет, вообще не то. Это другой вкус, это тот, который вы не чувствовали. А здесь настолько играет многообразие красок, настолько просто вот полет идет, вот этот оргазмический, энергетический, связь с блаженной вот этой вот субстанцией космической, ну, практически можно сказать, что с Богом. То, что мы никогда не испытывали. Поэтому вот есть еще такие занятия, где это все тоже раскрывается. Ну, можно вот таким способом холодить сильно. Можно с помощью чаш, тибетских поющих чаш. Можно с помощью тантры, такие упражнения, тренинги тантрические, знаете, да? Там, если где-то слышали, может быть, это все как бы газетные там утки, что там секс всякий. Это секс на самом деле без раздевания. Да, на расстоянии, даже не касаясь друг друга. Тоже такое есть. Но почему надо ходить на тренинги? Потому что там коллективно мы как бы этот эгрегор наш энергетический, он мощнее заряжается. Тот, кому его трудно испытать отдельно, да, там, со своим любимым человеком или ну, просто в жизни, то там он как бы хотя бы к этому прикоснется, чтобы вот, почувствовать эту, приоткрыть эту дверь, почувствовать этот полет. Посмотрите через замочную скважину, что это реально есть, это реально существует, и это все реальная практика, которую можно отработать. А можно вот такой вопрос? То есть ты работаешь с человеком, и прям у тебя такое, ну, с клиентом, я замечала так несколько раз, что идет прям клиент, ну, кайфуешь, время пролетает моментально. А идет массаж, допустим, и прям ты его хочешь задушить. Нет, почему? Значит, приходит и... Ничего тебе человек вообще не сказал. Здравствуйте, и все. Ложится, и прям ты блин, думаешь, только бы ничего не спросил, ничего не сказал, потому что из него прет какой-то такой, знаешь... Делаешь массаж, получаешь удовольствие. А иногда такое бывает, что делаешь, как будто ты сделала 10 дней. Ну, 10 дней, ну, надо, в общем-то, контролировать себя. Точно ответ, я скажу, на тренинге. А вообще, в принципе, мы же работаем с клиентом не только физически. Ну, да, мы же уже, во-первых, да. Вот этой ауры, которая у нас третья оболочка. Первая аура тела, вторая аура такая... Энергетическое поле человека, оно даже на фотоаппаратах отражается, светится, да, да, там, 3 сантиметра, 7 сантиметров, такое свечение вокруг каждого пальчика.
Третья аура, она еще более тонкая, она примерно вот диаметр в метр, ой, радиус в метр. Так что волей-неволей мы этой ауры окунаемся в этого массируемого человека, и он у нас окунается. Естественно, мы можем протянуть его вот эти вот энергетические блоки и все остальное на себя. А тем более есть люди, я вот иногда, когда ауру смотрю на камеру, я вижу там отток идет ауры, там какая-то сущность присосалась. Все, метров двух от него висит там, а отток идет именно от этой ауры. А иногда смотрю, откусана аура, бац, хоп, кусочки, как у яблока, откусан, здесь откусан. Ноги у человека полностью как бы откусаны, и у него проблемы в итоге с ногами, да. И на морозе мерзнут, и в ботинках на шее мозоли, и еще что-то там, и еще что-то. Потому что он с ними вообще не работает, у него аура начинается от коленных и выше. Вот, поэтому вот эти проблемы, которые у него есть, мы можем невольно на себя перетянуть. Есть специальные средства защиты для массажистов, ну и в принципе надо быть готовым к тому, что вы приходите. Нет, я просто больше это замечала, когда начинала работать с людьми, в течение там, 2 лет пока еще. Да? Ну, как-то. Ну, вот есть некоторые страхи, да. Страхи, а просто как-то невольно, просто человек тебя начинает раздражать, не то, что он тебе что-то сделал. Само собой приходит это раздражение, даже не хочешь ему массаж делать. Да. Ну, работа есть работа. Ну да, работа. Чем еще сегодня человека успели? Это твои внутренние ощущения. Зачем мы не взял он просто индикатор? Он пришел, и у тебя все срезонировало. Он как зеркало, да. Да, и с человеком все сразу в порядке. Ну ты с тобой всегда работаешь. Так ты во мне ищешь причину, а тут нужно внутри тебя. Вот не этих проблем. Ты хочешь его убить, потому что он тебе скорее всего зеркалит, и какой-то твоей ситуации. Да, и подсознательно ты чувствуешь, что это правда, и тебе от этого еще хуже, потому что перед самим собой раскрыться, перед самой собой еще сложнее. Не знаю, я порой для отношений выбираю тех людей, которые меня нереально бесят, потому что с ними я могу вырасти. То, с кем мне комфортно, это отношения тупиковые, у них нет развития. Ну, вот комфортно, неудобно. Но развитие это всегда через боль и через дискомфорт. Либо сам его выбираешь. Это высший пилотаж, ты уже на уровне мастера практически. Высший пилотаж. Это ваш курс. Вот, ну и соответственно, да, вот это то, что я говорил по поводу Б. Ты, получается, не в точке Б находишься быть, ты, получается, в точке делать. Надо делать по принуждению, потом там так себя воспринимаешь. Ну, это как бы все об одном том, что только разными словами. Так, ну давайте, времени просто уже полно, давайте заканчивать. Кому-то что-то понравилось? Да, может, мне еще. Да, я считаю, что еще даже попробовать. Ну давай, Лежа, попробуем вложить. Да. А можно мне вызвать? А что у тебя? Ну, мне не нужно. На видео? На видео?